Смотрите, что я нашел! Я, короче, гулял, и возле подъезда была флешка, мать его, и там было написано «Для Эдисона». Я не знаю, что это за посылка, просто флешка, написано «Для Эдисона от подписчика». Мать! Так, мне очень интересно, что находится на этой флешке. Где она? Ага, компьютер, диск C, диск D. Вот, USB. Ладно. Карты. Что за карты? Супер секретная папка. Не открывать. И какой-то видосик из прошлого. Так, подождите. Я нашел какую-то секретную USB-флешку на улице, и тут есть три файла. Первый файл это карты для Майнкрафта? Так, подождите. Второй ролик это из прошлого, и суперсекретная папка, которую мне пока нельзя открывать. Так, сначала давайте мы зайдем и посмотрим, что же это за карты такие в Майнкрафте. Сейчас я перекину их в сам Майнкрафт, мы зайдем и посмотрим. Запускаем Майнкрафт, сейчас посмотрим, что же это за карты такие странные. Так, одиночный режим и что... В смысле? Превью? Это же мои все старые карты в Майнкрафте! Превьюхи 1.11.2, так... ребят, чтобы вы понимали... На этой USB-флешке находится мой секретный мир. Этот мир... В общем, чтобы вы понимали, я здесь делаю все свои превьюшки. Это плоский мир со всеми заготовками на все превьюшки, которые я когда-либо делал. Это просто превьюшки, которые я фоткаю, скриню и потом ставлю... Ах! Это ж превьюшка с жизни ютубера, которая выйдет вообще совсем скоро, новая серия. Тут много... Кто лучший майнкрафтер? Тут вообще самые старые превьюшки, которые я сделал там 2 года назад. Моя рубрика с тюрьмой, которая тоже очень давно была. Рубрика с этими с пластилиновыми какими-то человечками. Пластилиновые майнкрафтеры. Не смейся челлендж. Твою мать. Ребят, чтобы вы понимали, никто никогда в жизни не видел вот этот секретный мир, кроме меня. Потому что я здесь, в этом мире, делаю все свои превьюшки, которые у меня есть на канале. Все превьюшки сделаны в этом мире. А на этой флешке как-то появился этот мир. Откуда у меня так... Так, что там еще было? Выживание на стриме. Я не знаю, откуда у него выживание на стриме. Что это за хрень? Что это за... Твою матушку, у него даже вот это... Так, наверное, самые такие большие олдфаги знают, что это за карта. Выходим нахрен отсюда! Дальше. Что тут у нас скоро... Еще одна карта. Это у нас скоростр... Твою мать. Ребят, чтобы вы понимали, я эти карты уже удалил давным-давно. Их уже у меня нет. Я не понимаю, откуда у этого человека на этой сраной USB-шке, которая сейчас вот в мой комп, откуда у него эти все карты? И мне кажется, никто из вас никогда в жизни не видел эти карты за кадром. То есть вы видели серии по этим картам, но вы не видели, что происходит за кадром на этих картах. И вы не видели, что тут пустой плоский мир, допустим. Так, ладно, что там еще есть? Да ну нахрен. Это одна из самых первых серий троллинга. Ладно. Креатив против выживания. Импро... ЧЁ?!
это? Подождите. Так. Чё это нахрен? Импровизация. Ребят, кто вообще сейчас не понимает, что происходит, это... Старые преданные подписчики моего канала знают, что это за рубрики, и они были очень давно, и больше их не будет, потому что они вышли уже из моды, все, они уже не интересны, кроме преданных как раз-таки подписчиков, они уже больше никому не интересны, поэтому нет смысла их записывать, это нужно понять. Но откуда на этой странной USB-карте все мои старые карты, все мои старые постройки, все, что нахрен, кто это? Андрюха! Я... Так, подождите. Что тут есть еще? Детектив! Так, может, это сраный... Эдуардо Перетьяно все проделывает! Да ну, Эдуардо Перетьяно слишком тупой, чтобы такое провернуть. Ему просто фантазии не хватит, чтобы настолько сильно меня затроллить. Да нет... Так, еще одна карта. Угадай, постройка! Здесь есть еще одна карта, угадай, постройка. Ребят, кто помнит эту рубрику, мне кажется, нужно вам... Вам стоит просто написать в комментах. У меня такой вопрос. Это человек, кто... Чья это флешка? Признайтесь в комментах, чья это флешка? Кто меня троллит? Кто просто решил создать сегодня день, сделать день ностальгии? Мы сегодня прошлись по всем просто рубрикам, которые практически у меня были. Там троллинг, прятки, детектив Эдуардо Перетьяно, угадай постройка. Что там еще есть у меня такой вопрос, а? Natural Disasters Map. Тоже что-то напоминает. Кто лучше Майнкрафт? Это в смысле? Это реально кто лучший Майнкрафтер карта? Ребят, чья это флешка? Напиши в комментариях. Слушай, если ты меня троллишь, если это ты меня сейчас троллишь, это не смешно. Если это твоя флешка, это вообще нахрен не смешно. Кто лучший Майнкрафтер? Старая моя рубрика, которой уже не будет, потому что она старая. Тандершторм! Тандершторм! А, твоя моя рубрика! Что тут еще есть? Хирург? Что это такое? Что это за хрень? Что это за поломанная карта такая? Симулятор хирурга. А тут у нас Бэтмен. Чтобы вы понимали, если вы не понимаете, что это с картой сейчас происходит и почему она такая поломанная, эта карта у меня когда-то давным-давно была на версию Майнкрафта там 1.7.10 или 1.8.9, а сейчас уже на днях выходит версия Майнкрафта 1.13. И поэтому вся карта поломанная, потому что она слишком старая, и она просто уже не вывозит новые версии Майнкрафта. Тут у нас головы, Пикачу... Откуда у тебя эти карты? И этих карт даже у меня уже нету! Как? Чё? Пиксельмон. Чтобы вы понимали, вот я... Последняя серия Пиксельмона, кто не знает, что такое Пиксельмон, это сезон выживания летсплей с покемонами, у меня последняя серия была... Очень давно. Так, мне даже самому интересно, что там внутри находится. Этот человек слишком много обо мне знает. Даже я себе столько не знаю, как этот человек обо мне знает. Ребят, есть ли на моем канале в данный момент, кто сейчас смотрит этот ролик, люди, которые смотрели меня, когда я записывал покемонов? Твою матушку. Чё это такое? В смысле? Это как? Не так, мне просто даже интересно, что у меня за покемоны есть, как... Ребят, это покемоны! Охренеть, просто... Кто настолько решил поностальгировать, чтобы просто показать мне мой старый сезон с покемонами, где я мог на покемонах летать, где я мог просто сражаться с другими покемонами, где я построил вот этот крутейший свой собственный остров, на котором у меня находится мой дом. Сколько всяких крутых покемонов! Охренеть, ребят! Вот... Честно, вот это даже меня на ностальгию как-то пробивает, но это просто чересчур. Сезон с покемонами. Так,
Мне даже интересно посмотреть, какие у меня есть легендарные покемоны. Ребят, кто смотрел меня тогда, когда я записывал Чаризард? Ребят, Чаризард у меня есть. Кто у меня еще тут есть? Какие-то легендарные Лугия. Я как бы понимаю то, что большинство моих подписчиков в данный момент вообще не понимает, о чем я говорю, потому что, ну, ребят, это легендарные покемоны, это легендарный сезон, это вообще с того, с чего я начинал, это именно покемоны. Суйкун. Легендарный покемон. Офигеть просто. Лугия. Легендарнейший покемон. И всеми любимый в то время Чаризард этого покемона я всегда выбирал как своего главного, основного и первого покемона. И мы на нем всегда летали. Так, мне очень сильно интересно, откуда этот человек столько обо мне знает. Я даже о себе столько не знаю. Мне кажется, просто стоит выходить с этого мира, потому что это какое-то проклятие. Я не понимаю, что это такое, честное слово. Ладно, карты. Хорошо. И это еще не все карты, которые я показал. Суперсекретная папка не открывать и какой-то ролик из прошлого. Давайте посмотрим ролик из прошлого, что это такое. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в небольшой подкаст, можно сказать. А в чем он будет заключаться? Я сразу скажу, в этом видео не будет никакого монтажа, никаких, я не знаю, там, конкурсов или еще что-то. Просто говорю то, что... Сегодня у меня был день рождения, я не знаю, когда вы будете смотреть это видео, но день рождения у меня было 22 июля. И зачем я делаю это видео? Я просто... Кто меня троллит, я не могу понять. Мне кажется, никто, практически 99,9% людей, которые сейчас смотрят этот ролик, не видели именно вот этот ролик. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Этот ролик я записывал 22 июля 2015 года, ровно в свой день рождения... 3 года назад. Кто не знает, у меня день рождения 22 июля, буквально уже через неделю, кто не знал. И этот ролик я записывал ровно 3 года назад на свою днюху. Почему такое совпадение, то что именно сейчас, накануне моей днюхи, кто-то оставляет возле двери, возле моего подъезда флешку, на которой мои старые карты, мой 3-летний видос. Вы просто посмотрите. Посмотрите на этого чубзилета и посмотрите на меня. Это 2 разных Эдисона. Ребят, не. И тут еще есть суперсекретная... Нет. Ребят, я не буду это показывать. Мне, в принципе, на сегодня уже хватит, я даже заикаться начал. Давайте сделаем так, ребят, если мы прямо сейчас наберем 30 тысяч лайков на этой серии, вот поставь лайк, потому что все зависит только от тебя. Все зависит только от тебя. Если мы прямо сейчас наберем 30 тысяч лайков, я обещаю то, что я сделаю еще одну серию, где я покажу все оставшееся, что есть на этой флешке моего подписчика. Мы досмотрим этот ролик 3-летней давности со мной до конца, я обещаю. И мы откроем вот эту суперсекретную папку, где написано «не открывать». Я сам не знаю, что там может находиться, я обещаю. В следующей серии мы ее откроем, потому что мне самому даже интересно, что там находится. Но на сегодня... Нет, ребят, на сегодня мне хватит, я извиняюсь. Просто я не знаю, кто меня троллит. Если кто-то в комментах, напиши, пожалуйста, что это ты, и напиши, пожалуйста, что это шутка. Потому что ребят, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующий ролик. Я вам скажу огромное спасибо за просмотр, и всем удачи, всем пока. Я не знаю, что это такое. Ребят, это не смешно нахрен.